Всем привет, ребятки! Вы не представляете, где я сейчас нахожусь, а именно сижу я на танке! На танке, сами посмотрите! Вот, мы с мамой на танке сейчас находимся таком. И я сейчас вот, может быть, сюда не пойду. Вот, самый настоящий танк. О, там зеркальце, да, здесь у танка, прикольно рисует такое. Идите сюда, ребят. Так, тут на бочке можно писать какие-то. Ой. Сейчас, ребятки. Так. Мяу. Я с мамой Сиза. Ну, теперь пойдем туда, наверное. Куда? О, здесь ракеты даже есть какие-то. Вот. Так. Вот какой-то. Пойдем сюда, да? Ты все где есть? Вот. Вот. Вот мой сын. Какие стали. Ой, эти вообще какой-то космос. Деревянная машина. Ой, нет, не деревянная. Так, а куда мы пойдем? Привет, Вась. Дядь. Так, давай повези. Ну, не хочу я вязать. А я хочу. Я вязаю куда-то. Басик, ну не вязай, давай. Давай. А ты меня снимай. Эй, я не так. И с тобой. Сейчас, ребятки. Хорошо. Так, ребятки, в общем, мы немного уже подальше пришли. Угу. Он опять сделал свою динозавровскую курточку. И ему она очень идет. Кстати, весь удёк ты не видит. Какой? А он одетый? Что? А то я забыла, что ты. Он тоже пошел с нами. Он доктор старенький. Он в машине? Да, он в машине. А, я понятно. И все другие мамы не базы. Так. Ничего себе, а это еще что за лестница на вниз? А я сюда хочу. Ой, Лилишка. А я тоже. Не, у него Маня. Ну, Лилишка, тут какие-то ступеньки не такие, знаешь. Опасные ступеньки. Пойдемте сюда, да, Лилиш? Ой, Сюжа, тут страшно. Ай, ребятки. Ой, тут пчелы летают, кошмарь. Ой, страшно-то как. Я боюсь, я, ребята. Хоп, хоп. Все, ребятки, мы... Там вода опять. Не знаю, ребят, вы видите? Вон там. Там водопад. Ой, какой-то железка. Знаете, без нее? Там просто кошмар, как круто. Пойдем сюда. Там красиво, но будем ждать бабушку, наверное. Они там уже спускаются, как я понимаю. Вон какая там красота. Вам на камеру вообще класс передается. Нам не так даже классно, как вам на камере. Или вам так же? А, вам так же передается, или даже лучше, не знаю. Я не знаю. Так, стоим вот тут. Сейчас, ребят. Так, ребяточки. Вот так вот, тут красиво. Вот.
И целый водопад. А посмотрите туда. Там вообще кошмар. Там прям вода невидимая. А вон там, смотри, мамя. Вон там вообще красиво. Да, там лилишка красиво. О, это дерево, блин, я не заметила. Дерево висит. Слушай, лилишка, тебе не страшно с таким деревьям тут лазить? Вообще, на самом деле, нет. Что там мотается такое? Это вам не видно? Лиза. Я просто подумаю, что если... Вам не видно, что, ребята, что он там мотается какой-то? Вон, видите, зеленый. Это прям... Это нет, река, там река, да. Ой, спустимся, да, лилишка? Ой, нет, тут страшно спускаться. Ну, лилиш. Ой, лилиш, вот тут реально страшно, слушай. И тут дальше идти нельзя, кстати. Так что дай я залезу обратно. Сейчас, лилишка, я залезаю, осторожно. Вот. Тёмочка, постой. Сыва. Да, лилишка? Вот. Вообще красиво. Так, ладненько. Так. Мы с лилишкой уже залазаем. Хоп. Лилиша, как мы тут залезем с тобой? Давай мне что-нибудь. Лилишку возьмите с лилишечку. Давайте. Давайте, подавайте мне лилишку, если сложно. Давай. Лилишка, пойдем. Где уже они все убежали, да? И папа, и дедушка. Все убежали уже. Куда они делись? Ой, блин, а как мы тут с тобой спустимся, Лилиша? Вот тут вот? Ой, спустимся вот тут вот, да? Ой, а где? Так, мы спустимся по какой-то лесенке. Ой, там едет грузовик. Там кто-то есть, там кто-то есть. Да, папа, не где-то спуск, а вот тут спуск, вот, ой. Как тут классно вообще. Еще и люди ходят. Там такой красивый, все ребята. Если бы вы тут были, тогда было бы просто это самое. Это нормально. Ага. Нет, постоять. Почему? Лилиш. Так, а папа наш уже идет? Лиза. Ух ты, там людей вообще медленно-немедленно. Офигеть. Ребятки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоп. Прыгаем вот сюда. Вот мы, наверное, давайте тоже сюда пойдем. Почему? Ой, тут страшно. Там лестничка. Ребята, вон там лестничка. Классно. Там куда? Лилиш? Со мной пойдем. Мы, ребята, когда сюда идем сейчас. Вот мы идем с Лилишей. И смотрите, где мы. Ой, уже. Перепрыгиваем. Хоп. О, уже прикольно. Вот, ребята, здесь какая-то горка, чтобы пройти.
Сейчас мы на нее заберемся. Давай, Лилечка, погнали. Вот. О, тут страшно, слушай, немного. Ой, Лилиш, тут. Как мы заберемся тут, Лили? Как? О, вот все, забираемся. Ай! Вот мы с Лилишей нашли нормальный путь, чтобы с этой горки прийти. А, Лилишка, мы уже с собой забрались. О, тут этих штук, веток много. А где там папа с бабушкой? Так, идут уже там они. А я сейчас пробираюсь по этим штучкам. Ох, я уже устала, слушай, Лилишка. Какой-то камень. Странный очень. Лилиш, я устала уже. Лилишка, может, отдохнем, подождем бабушку с этим, с папой. Ого, смотри, Лилишка. Круто. Ух, я уже устала, реально. Вот тут мы постоим где-нибудь. Подождем их. Тут, наверное, чуть-чуть осталось уже. Давай, Лилишка, спустимся, наверное. Или подождем. Я не знаю. А? Чем она не дойдет? Ну, в общем, ребята, мы сейчас. Они уже идут, так что можно подождать. Их уже видно. Вот, они пришли уже. Басик, ты пришел? Конфета есть. Хочешь? Но... Так. Здесь ступеньки. Так, ребятки, в общем... Ой, кошмар. Ой, ребятки, я чуть-чуть отстаю. И мне чуть-чуть. Дать буду. Ну, буду. Тихо. Ой, идем. Басик, идем. Вы что, упали, папе? Ничего страшного. Да, 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 мам, здесь у него такой прямой стука. Лилиш, слазим. Так, на эту ступеньку. На эту, на эту. Лилиша! Мне страшно. Вот у нас Лилишка дает. Я ничего не... Кошмар! Не страшно ничего Лилишке. Вот мне вообще страшно, реально. Это вообще кошмар, Лили. Лили. Хорошо тут перила есть, да? Ну да, хорошо, в принципе. Ребятки. Да нас не надо, басиков надо. В общем, вот тут вот. Лизочка. Такие вот разные деревья, как понятно. Басик, что ты на меня сел-то там? Басик? Басик, где Бася? Басенок? Я здесь. Басик? Потихоньку, потихоньку. Так, а тут я могу. О, скользко. И за Абасик сам идет мой. Поле? Ребята, мы туда, сюда спускаемся. Вот, за камнем. А тут-то как бы спускаться будет? Спускаться будет. А, ну просто. Я думаю, можно просто спуститься. Ой, тут уже не просто, наверное. Да, Лилишка, сейчас мы когда придем, да, я вам покажу. Оп. Так, ребята, ну, мы уже сейчас откроем. Уйдем. Они уйдут. Опять тебе папа упал. Да мне... Басик, тебе не больно, папа? Не больно никому? Грязненький теперь весь. Ему больно. Нет. Если, посмотрите, как высоко можно заехать. Пойдем. Интересно, уже дедушка. Смотрите, худая, легкая. Килограмм 5, может, 3. Еще не идет. Лилиш, я уже тут. Ребята, мы спускаемся, представляете? Ребята, мы дошли. Ребята, для вас это была минутка, да?
Ну, нет, даже секундочка. А для нас это было просто полчаса слазить. Оттуда. Оттуда. Ребята, вы тут. О, мы уже тут, наконец. Круто, да, ребят? Ребята, как высоко это мы там были, помните? Ребята, помните? Вот там вот мы были. Сейчас мы тут внизу. Ребята, страшно вообще, кошмар. Это паутина, что ли? Кошмар. Ну, такое прям страшно, да, ребят? Слушайте, а тут у нас водопадик. Лилечка, тебе только не макать. Ручки, лапки, да. Так, вот. Нет, ты можешь отсюда меня сфоткать? Вон, ребятки, оттуда вот идет та штука. Видите, ребята? Короче, ребятки, там у нас какой-то водопадчик небольшой течет. Вот так вот красиво тут. Я не буду трогать. Мама, ябки можно помасить? Нет, Лилишка, нельзя. Так, в общем. Где папа? Где дедушка наш? О, вон он. Так, ребятки, вот.